Доброе утро. 8 часов в Москве. Я снимаю погоду в Лазаревске. Подписывайтесь на канал, получайте свежие видео. Я вблизи пляжа Фламинго нахожусь сейчас. Температура воздуха стабильна, 23 с утра. Днем, конечно, также знойно и жарко. И море 28. Нежит, ласкает всех наших гостей. Чуть-чуть вот волнение только. А сейчас волны идут к берегу, а вот после сентября они будут как бы затягивать наоборот в глубину. Как-то вот так по-разному, оказывается, бывает. А отдыхающие все прибывают и прибывают. Уже солнышко печет. Поэтому надо успеть, чтобы не сгореть сильно. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.